«Опыт кирпичного человека». Так называется коллекция из 60 работ, выполненных полностью из кубиков Лего. Большинство из них собрал Райан Макнот. Он единственный в Южном полушарии сертифицированный строитель компании Лего. У меня на пальцах от Лего образовались мозоли, и они достаточно твердые и плотные. Несмотря на то, что Райан работает с угловатыми деталями, ему удалось передать плавные линии спортивного автомобиля. Он говорит, что выставка уникальна. Такая широкомасштабная выставка Лего впервые приехала в Квинсленд. Хорошо, что мы смогли привезти ее на север страны. Среди работ пожарный вертолет и звезды, проходящие по красной дорожке. Райан говорит, что сложнее всего было создавать округлые очертания Римского Колизея. А на Сиднейский оперный театр ушло 100 тысяч кубиков и 250 часов работы. На все это ушло около 7 лет работы. Конечно, я еще много чего делаю для магазинов игрушек и универмагов. По словам Райана, в мире есть всего 12 сертифицированных лего-строителей. Впервые кубики Лего начали продавать в 40-х годах прошлого столетия. Сегодня этот конструктор популярен среди детей и взрослых всего мира.